А вот ДТП, произошедшее накануне на Орской трассе в Оренбурге, закончилось более трагично. Там столкнулось сразу 5 машин. Видимость была плохой из-за густого тумана. Водитель «Жигулей» не увидел вовремя встречный внедорожник. Как итог, лобовое столкновение. Один человек погиб, двое госпитализированы. Синоптики предупреждают, в выходные водителям также нужно быть бдительными. Поэтому будут образовываться утренние туманы, которые могут и сохраняться буквально до обеда. Вот. То есть туманы, причем видимость может падать до 200 метров и ниже. В общем-то дороги будут сухие, поэтому только в тех местах, где-то, если сохранилась где-то какая-то поверхность мокрая, она, конечно, может застыть. Вот. Но это будут совершенно небольшие участки дороги.